качественные товары по доступной цене. В Курске открылась уже традиционная ярмарка-продажа продукции регионов России, Украины и Белоруссии. Торговля развернулась на площади перед гипермаркетом на улице Энгельса, 70. Рулечки, ребрышки, полутушечки. Молодец, очень вкусный свиной. Продовольственная и промышленная продукция. В широком ассортименте трикотаж, текстиль, хозтовары. Алла Войсбун пришла на ярмарку за обновкой. Хочу себе купить шубу красивую. Сейчас это модно очень. Вот, а я женщина модная. Богатый модельный ряд и демократичные цены. Так, приобрести зимнее пальто можно в пределах 3000. Шуба из искусственного меха обойдется покупателям в 6-7 тысяч рублей. Сделать покупки на ярмарке куряне смогут до 16 ноября.